Приветик всем! Снимаю видео о коробочках Giftbox из магазина Il de Beauté. Я уже как-то подробно рассказывала в предыдущих видео, как получать эти коробочки. Хочу вам показать вот последние две, которые я получила за июль и за август месяц. Коробочки, чтобы получить эти коробочки, нужно совершать покупки в магазине Il de Beauté, зарегистрироваться на сайте, зарегистрироваться в веб-клубе сайта и регистрировать эти чеки. Потраченные вами суммы в Il de Beauté будут трансформироваться в условные единицы сайта или за каждые 10 рублей 1 или. Коробочка стоит 1200 или. То есть, соответственно, покупки должны составить в общей сложности 12 тысяч рублей, чтобы получить одну такую коробочку. Итак, смотрим наполнение. Тушь от Clarins Belong. Уже неоднократно я получала эти туши в этих коробочках. К туши осталась равнодушна, но вот для человека, который никогда не пробовал, в принципе, будет интересно попробовать новую тушь, скажем так. Ну и к тому же я считаю, что мне эта тушь не понравилась. Я думаю, что есть много людей, которые считают, что эта тушь весьма и весьма хороша. Например, мама моя очень любит эту тушь. Два саше от Lancôme, Genifique и Визионер. Я к этим продуктам равнодушна. Тоже поделюсь, подарю. Такие тени от Sephora. Золотые, шиммерные. В оттенке 82. Полноценный продукт, очень приятно. Миниатюра тонального средства High Definition от Make Up For Ever. У меня в оттенке 115. Незамечательная миниатюрка с помпой. То есть это не пробничек, а мини-продукт. Лак от OPI в оттенке G20. Название коверкать не буду, что-то написано My Very First, а дальше я уже, простите, не прочту. В общем, такой нюдовый лак, наверное, цвета розового какао, если так можно сказать. И миниатюра туалетной воды, маленькое черное платье. Это версия длинная вот с разрезом. Сейчас покажу эту миниатюрку красивую. Для меня это в коробочке в этой самое ценное, это вот эта миниатюра, поскольку я записалась в ряды минька-маньяков и собираю миниатюры парфюмов, то это большая радость. Обычно в магазинах миниатюры дарят за весьма внушительные суммы денег, причем сами парфюмы-то мне не интересны, Гейрлен, я вот равнодушна к этим платьям, а вот миниатюрку мечтала давно заполучить, и тут такая радость. Такое вот наполнение в коробочке. Здесь у нас получается миниатюра, лак, миниатюрка тонального средства, да, тени и тушь. В принципе, я считаю, тянет на содержание какой-нибудь коробочки, не знаю, как типа глэмбокса, допустим, да, или лилибокса. Я считаю, что если бы такое было наполнение в коробке, в принципе, было бы очень неплохо. Ну и вот с учетом двух саше, в принципе, я такой, на такой бьюти-бокс, эта коробочка очень даже, как сказать, название коробки бьюти-бокс, она, я считаю, претендует. Тем более, что я ее не покупала, она досталась мне абсолютно бесплатно. И вторая коробочка. Здесь та же тушь от Clarins Belong. Маленький пробничек крема для рук от Matisse. Здесь 5 мл. Ну, наверное, на два раза хватит мазнуть. С этим продуктом я знакома в полноценной версии. Для меня это не новинка. В общем-то, с удовольствием использую. От Payot в объеме 15 мл. Крем увлажняющий для лица из линейки My Payot Jour. Это для молодой кожи. Ну, очень, я считаю, хорошая такая миниатюра. Большая радость, миниатюра сыворотки от Clinique Smart. Это последняя их сыворотка. 10 мл объем. Я очень рада. Продукт новый, интересный. С учетом того, что такая же миниатюра у меня была в коробочке Glambox. В таком же объеме. Получается, что у меня теперь две миниатюрки по 10 мл. Это практически, не знаю, там 2/3 объема. Да? Сыворотка продается в двух объемах. 30 и 50 мл. Ну вот у меня 20 мл, я считаю, что это вполне достаточное количество для того, чтобы очень-очень распробовать этот продукт. То есть помпа, здесь все хорошо, все удобно. И последнее, что здесь лежит, это миниатюра водички Aqua di Gioia от Armani. Это последняя их вариация этого года.
с мутным флакончиком. Вот такая вот прелесть. Очень нравится. Вот такие вот коробочки. Я считаю, что коробки просто шикарные. Очень-очень рада. Напишите, какая коробочка вам больше понравилась. Напишите, что вы думаете по этому поводу. На мой взгляд, это очень достойные комплименты от сети Эль де Буте. Вот, собственно говоря, что хотела показать. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.